Справа от меня стоит мой хороший друг, мой экс-спарринг-партнер Артур Алиев, чемпион Kingdom Professional Fighting, вроде так называется. Первое, что хочу тебя спросить, расскажи немножко по бою. Я его не смотрел, знаю, что ты выиграл. Я не знаю, где видеозапись, она есть уже в сети или нет. Да? Расскажи по бою вообще, что для тебя это чемпионство и вообще про этот турнир пару слов. Ну, здравствуйте всем. Ну, турнир очень хороший. Развивается как бы начинающий турнир. Вот четвертый турнир был у них, проходил. Ну, чемпионский пояс выиграл. Ну, провели хороший бой, показали очень показательный. Этот, дали бонус за бой, можно сказать, за зрелищный бой. Сделал всю тактику, то, что мне поставил тренер. Все прошло, выиграл единогласным решением судей. Готовился к бою в Баку. Сборы проходил первый этап там, три недели. В основном дали акцент на функционалку, на спарринги. И второй этап проходил в Питере, готовились уже здесь, дома. Уже готовились под соперника, ставили тактику. Ну и все, под него делали бой, готовились под него. Артур, расскажи мне такой вопрос. Я еще с того момента, как с тобой вместе тренировался, всегда мечтал, чтобы ты выступал во всех крупных лигах, и ты в свое время стартанул в М1 даже. Kingdom Professional Fights — это, конечно, хорошо, но когда нам тебя ждать в том же М1? Потому что я хочу увидеть тебя против сильных конкурентных бойцов. Да, сам тоже хочу же выступить, как бы сказать, в высшей промоутерской лиге. Но как-то не дают, никуда не пропихнуться, не знаю пока. Сейчас вот дали STB, скинули свои данные М1. Но М1 тоже чуть с дагестанцами не хотят, они что-то имеют контакт. За это ждем. Посмотрим. Сам хочу же подраться с сильным соперником, проверить себе свой уровень, на что я готов. Ну, в дальнейшем посмотрим. Надеюсь, скоро увидим уже высшие лиги. Может, М1, может, себе. Надеюсь на это. А Fight Nights вы не рассматривали? Fight Nights дагестанцев много, я знаю. Рассматривали, тоже подавали заявку. Я не знаю, вот пока что-то ответа нет. Может, туда тоже еще подадим после этого боя. Надеюсь, прокатит, может. Ну все, чтобы тогда у тебя все было по кайфу. Мы не спрашиваем про план на бой, это Артур Алиев, следи за этим пацаном, потому что я с ним тренировался, испытывал его и знаю, что однажды станет чемпионом. Все, спасибо. Спасибо. Ставь лайк и подписывайся на канал, у нас много всего интересного. Но если вы хотите поддержать проект Вестник ММА, а нам сейчас как раз требуется новый микрофон, то милости просим. Реквизиты карты, на которые вы можете скинуть донат, смотрите в описании к этому видео.